США настаивают на внесении изменений в закон об антикоррупционном суде и считают, что без этого эффективной борьбы с коррупцией не будет. Об этом накануне открытия конференции в Копенгагене заявил зам госсекретаря Джорган Эндрюс, который сейчас в Госдепе курирует украинский вопрос. Он призвал Киев дать возможность новому суду рассматривать все дела, входящие в его юрисдикцию, поскольку иначе результаты антикоррупционных расследований застрянут в обычных судах, которые себя скомпрометировали. При этом, подчеркнул Эндрюс, в Вашингтоне решили не вступать с Украиной в переговоры по этому поводу и предложили правительству обсуждать сроки и условия внесения правок непосредственно с МВФ. Штаты убеждены, если антикоррупционная реформа в Украине окажется неудачной, то и все другие реформы не дадут результатов. Украина при помощи США смогла создать новые структуры, тоже НАБУ и другие. Страна серьезно продвинулась, но так и не достигла, скажем так, критической точки, после которой уже проведенные реформы уже начнут работать в комплексе. Без такого специального суда все результаты расследований по борьбе с коррупцией просто отправят в старые суды, которые, откровенно говоря, и сами являются коррумпированными. Поэтому мы и говорим, Украина прошла часть пути, но должна закончить этот путь полностью.